Ну, поехали. Пятьдесят семь, финал, друзья. Отбор на мир. Олимпийский вес, друзья. Отбор на чемпионат мира до 23. Начин Монгуш, конечно, багаж опыта колоссальный имеет. Поопытнее будет, да. Но Лев Павлов, молодое дарование Республики Саха-Якутия. Тоже молодой, напористый, очень талантливый, друзья. Поэтому посмотрим, как схватка будет. Лев умеет хорошо защищаться. А, конечно, Начин Монгуш очень атакующий. Он будет всегда искать какую-то брешь в обороне, будет всегда в такую атакующую борьбу, навязывать свою борьбу. Да, когда Начин Монгуш уже по мужикам выступал, в финале он за Уром Угуевым на чемпионате России боролся, тогда Лев только по юниорам еще выступал, поэтому по юношам боролся, поэтому, конечно, для него такое интересная очень схватка, да, проверить уже свои годы тренировок, такой опыт. Так, пока по нулям. Что-то... Да, сейчас кровь сухо, что ли. Ну, Начину пришлось вчера, насколько я знаю, после уже трансляции немного погонять. Лев Павлов вчера за весь день, конечно, у него, представь, смена часовых поясов, плюс он вчера по факту ничего не ел. Там, говорит, шоколадку одну съел и все. И, ну, хоть ему, знаешь, после всех схваток, после 12 часов ночи, у него уже хоть на весах показала норму. Хоть спокойно пошел отдыхать. Сегодня 57, 65, 70, 86, 97, 125. Сегодня 5 олимпийских весовых категорий финал. Вот это финальные схватки есть. Лев Павлов, Начин Монгуш. Кто выиграет, тот и поедет на мир до 23. Лев Павлов может второй раз поехать. Я думаю, он после первого мира работу над ошибкой в любом случае для себя сделал тоже. Есть атака от Льва. Выталкивает за ковер молниеносно Начина. Один пал. Лев Павлов открывает счет. Так, пытается тут сброс сделать Начин Монгуш. Ищет тоже атаку. Физически, кстати, хочу сказать, готов еще как Лев Павлов. Без всяких activity time. Честно, заслуженный такой трудовой балл. Вытолкнул за ковер. Вяжет. Тоже прихватил кисть. Лева тоже видит. Как хорошо отбросил ноги. Попытался мельницу здесь подлавливать. Начин Монгуш берет ногу. Пытается вытолкнуть за ковер. Выталкивает его тоже. С большим давлением садит на таз, друзья. Да, это 2 балла. Так, накал страстей только нарастает. Накал страстей просто нарастает. И засту был. Так, посмотрим, какой момент. Начин Монгуш, видно, такой, знаете, заряженный. Вытолкнул за ковер, уже посадил на таз, и все равно идет, танком напирает прям. Габаев, Артему Габаеву удавалось выиграть Начин Монгуша, причем он на промокашку его поймал. Лев Павлов всегда с Габаевым таких равных, равный счет у них. Последнюю встречу он даже выиграл у себя в Якутске, да. Поэтому Лев понимает, что можно выигрывать такого опытного. Хороший сброс, да. Здесь 2 балла есть, друзья. Бросковый вообще амплитудный, очень чувствительный Начин Монгуш. Есть 4 балла. 4 балла Лева сделал красивый бросок, друзья. И еще держит ногу. Прихватывает ногу.
Тоже, видите, такое хорошо прям вот шел на Чинмонгуш. Здесь тоже почувствовал Лева. В конце сделал бросок. Так, итого давай считать баллы. 1, 2. 1, 4. 1, 4, да? 1, 5 в пользу Лева. А, там не дали 2 балла. Все, там не дали 2 балла. 1-5. 1-5, да. Вытолкнул за ковер и сделал 4-бальный на контратаке. Сделал 4-бальный бросок. Счет 1-5 в пользу Льва Павлова. Смотри, 1-5. Начин просто не понимает пока. Молодой парень, да? Начину надо второй период работать надо. Но он что и делает? Он Льва не отпускает. Он, видите, как прям режет углы сразу. Любой какой-то момент на дистанции он сразу включается и ищет. Потому что Лева, он любит чуть, если у него счет есть там, отзащищаться на контратаке, как сейчас он, да, бросок сделал. А начин он будет вот прессинговать. Сейчас Льву надо настроиться. Бал есть. 5-2 счет становится. Здесь еще качество оценки 4 балла за Львом. Так, Начин тоже понимает, что чувствительный Лева, очень чувствительный, тоже можно на 4-бальный бросок тоже легко попасться, поэтому... Край у ковра подводит Льва, надо разворачиваться, нет, еще выталкивает. Бал и бал. За Activity Time и еще бал за 5-4 становится. Счет. Вчера же не было трансляции, я не знаю. Я Ахмат Агалаева сам хотел с радостью посмотреть, какое у него было возвращение. Но вроде мы с отцом списывались. Первую схватку он выиграл. Первую он пропустил, да, квалификацию. Вторую выиграл, а дальше что-то... Еще, ну посмотри в этом, 5-5 уже счет, 5-5, но пока по качеству оценки еще Лева выигрывает. Не пойму, или подустал, или что случилось. Финал сегодня будет Магомед Ахмедов. Да, еще 2 балла берет Начин Монгуш. 7-5 становится счет. Уже лидирует здесь Начин Монгуш. Минута 18 бороться. От Лёвы второй мир уходит. В один год. Мир до нового... Мир будет до Нового года? В следующем месяце, в конце октября. А, в конце октября уже мир будет до 23, друзья. В Албании. Сникерс, Индигир, куда надо было? Семь, пять. 45 секунд остается. Не знаю, что-то прям так 5-1 после первого периода. Здесь смотри, как это отыгрывается уже. Начин Монгуш 7-5. Остается меньше минуты, друзья. Время тает. 30 секунд. Если мне зрение не подводит, я уже там всматриваюсь в это табло, оно... Ищет, ищет. Ну все, время. Начин Монгуш, поздравляем. Будем смотреть его на чемпионате мира.